сегодня мы проводим 16-й номерной турнир. На турнире будет разыграно 5 поясов среди любителей. И будет разыгран пояс чемпиона лиги в 70 кг среди профессионалов. На сегодняшнем турнире будет проведено 18 боев, 15 среди любителей и 3 боя среди профессионалов. Наша промоутерская компания и бойцовская лига Gladiators Promotion совместно с клубом Атом продолжает регулярное проведение любительских и профессиональных турниров. Следующий профессиональный турнир у нас, возможно, будет в конце августа, либо начало сентября. И в течение года мы планируем провести 6-8 профессиональных турниров. Также мы проводим турниры среди детей регулярно по джиу-джитсу, ММА и К1. Прекрасное спортивное мероприятие. Рада присутствовать здесь в качестве рингерл. Я думаю, бойцы нас порадуют своими успехами. Ждем результатов. Бойцам хочу пожелать, чтобы не было травм, чтобы радовали нас своими победами. И я уверена, что судейство будет честное. Прошло ровно 2 месяца. С нашего последнего турнира, как мы и обещали, выходим на прежние обороты. Раз в 2 месяца будем проводить наш турнир, очередной турнир «Гладиаторов Летки 16». Будем менять новые форматы. Локация нам зашла, клуб-музей, 2 этажа. И несмотря на то, что сейчас лето, многие спортсмены на сборах, многие на отдыхе, мы выходим на обороты заявленной стабильности. Вот что хотелось бы отметить. Наша площадка открыта для сотрудничества со всеми клубами, со всеми федерациями, со всеми людьми. То есть, но хотелось бы, чтобы нас воспринимали не только как площадку профессиональных боев, но и как площадку для медийности, площадку для старта молодых спортсменов. Не только карьеры любителя, но и карьеры профессионала, и, точнее и карьеры любителя в том числе для завоевания и выступления на международных соревнованиях. Следующий наш турнир мы планируем провести уже осенью. Я думаю, мы приурочим его в памяти Максима Поворозки. Вот. Я думаю, что этот турнир будет уже всеукраинский. И будем всячески наращивать темпы турнира и нашего, и турнира памяти Максима Поворозки. Также хотелось бы сказать спасибо нашим партнерам. У нас появились новые партнеры, сеть спортивных клубов «Организм». И мы открыты для сотрудничества со всеми, с партнерами, со спортивными клубами, со спортивными федерациями. Огромное спасибо тем людям, которые помогают спорту. Я представляю спортклуб «Организм». Артур Малявин меня пригласил на прекрасное действо, очень хорошее соревнование. Мы поддерживаем спорт, поддерживаем всех любителей спорта, которые занимаются физической культурой. Это в наше время очень важно и нужно. Желаю всем прекрасного просмотра соревнования. Сегодняшний турнир – это у нас первая такая ласточка с Артуром. Мы будем поддерживать эти турниры, потому что они развивают в харьковчанах очень хорошее качество. Это спорт и здоровье.